Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру «Железный десант». Поехали. Так, один из подписчиков попросил меня сыграть за Аякса. Да, ребята, это новый мой главнокомандующий. Я не знаю, стоит ли его брать для вот этой миссии. Ну, ладно, ребята, так уж и быть. Я возьму его и проверим заодно, что он вообще может и что из себя представляет. Так, у нас «Возвращение Асценди» называется миссия 14. Мы пробудили последнего из Асценди, расы роботов, с этой планеты. С благими целями они создали себе бога, Роб-070, но в итоге стали перифероидами. Асценди знает, как проникнуть в оплот этого бога роботов. Победите Роб-070. Ну что ж, попробуем. Так, дрон знакомый. Капсулы, я открою их, я освобожу заложников. Ого! Ты смеешь бросать вызов Роб-070? Этот мир слишком мал для двух суперроботов. О, ты робот? Это правда? Но совсем не супер. Да, а в чем разница? В спецэффектах. Зашибись, да, ребята? И что я тут должен сделать? Не могу. Ага, вот, вот она, значит, какая штука. Так, нифига ты по моему Аяксу уже бомбишь. Надеюсь, ребята, здесь нет никакого времени и так далее и тому подобное, потому что иначе будет очень жестко. Так, поехали, Аякс, попробуем с собой атаковать. Но он почему-то не атакует. Нет, атакует. Какой-то постаментик. Ну-ка, что у нас здесь? Воу, неплохо, я вам скажу. Так, мы можем с вами призвать. Давай будем призывать вот этих вот ребятулек. Хотя нам... О, Аякс, тихо, отходи, отходи. А, не успел. К сожалению, он не успел, ребята. Так, вы будете у меня бомбить или что? Они почему-то ничего не делают абсолютно. Так, а если мы вот так вот сделаем? Что это они? Какие-то пиксельные были. Значит, нам нужно уничтожить главного того робота. Вот она наша цель. Так, я думаю, здесь нам зайдет именно вот такой, ребята, робот, который... Тихо, тихо, давай вот сюда его, наверное, призовем. Атакуем с воздуха, короче. Так, погоди секунду. Давай сделаем защиту себе дополнительную. Да что ты будешь делать? Так, ну-ка, в кого ты бомбишь? Да, вот ты правильно все делаешь, все хорошо. Я, конечно, не уверен, что у нас все здесь хорошо и гладко пройдет. Но будем сопротивляться. Ну-ка, давай вот так вот сделаем. Здесь на починку. Мало этерват, мне пишут. Хорошо, давай попробуем сделать вот так вот. Дополнительные, так скажем, ресурсы. Так, вызываем Аякса. Вот здесь вот он пускай стоит. Давай делать свою вертушку. Так, ну что, Роб, у него, ребята, здоровье, как мы видим, заканчивается практически. Я не знаю, что сейчас будет, наверное, будет еще хуже. Но хуже уже, по-моему, некуда. Так, давай защитников. Защитников призовем. Может быть, не успеет. Так, что он там задергался? Как смеешь ты, человечишка? Ты бросаешь вызов мне? Я бог, тупое ты создание. Ого, вторая фаза пошла, ребят. А я-то думал, что все, да, ага. Куда уж там все. Это, ребят, только начало, по ходу дела. Так, Аякс, давай что-нибудь с собой придумаем, в конце концов. Это что такое? Так, тихо, 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 не надо. Надо нам, ребят, здесь поставить защиту дополнительную. И призовем, давай вот этих, наверное. Да. Давай вот так вот сюда. Сюда турельку влепим. Так, хорошо, что они, ребята, у меня делают защиту. Роб пока получает люлей от нас. Давай мы призовем вот этих вот. Не знаю, будет ли от них тут толку. Хоть сколько-нибудь. Но у нас другого выбора нету. Давай бомби, бомби, бомби своей вертушкой. У меня не получится, ребята, посмотреть, что делает Аякс. Потому что, ну, тут просто заваруха. Так, ну, добиваем мы его. Чуть-чуть осталось, есть. Так, у него еще отлетает обшивка. Вы, люди, сложнее, чем кажетесь на первый взгляд. Кстати, о взглядах. Пора познакомиться с оком. С оком, да, значит? Ладно. Давай, 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 бомбите там, главное, без остановки. Я могу еще призвать? Никого я не могу больше призвать, ребят, к сожалению.
Так, давай их сюда подтянем. А где мои все? Что он там разлетался? Ты давай завязывай эту с этими штуками, дрюками-то. Блин, что происходит, ребят? Он ржет. Технолодж, вот тебе технолодж. Так, давай, ребят, туда переходим, переходим, переходим. Надо его бомбить. Так, моя база, что ли, достает? Да, нормуль. Мы достаем до него, представляешь? Так, давай вот так вот сделаем. Черт подери, вот этот луч убийственный, конечно, жарит вообще не по-детски. Так, сейчас он здесь будет начинать лазерами бомбить. Давай вот так вот призовем. Надо было мне, наверное, вот здесь вот, ребята, все-таки ракеты ставить в установке. А я же не знал, что здесь вот такой вот будет босс. Так, а я никого призвать почему-то не могу. То есть это так и должно было быть? Или что? В чем проблема? Оу! Тихо, 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 луч! Отходим от луча. Все, я понял его тактику, ребята, он... Да чтоб ты... Да тихо ты... Зажимает, ребят, по-моему. Так, подходим, подходим. Опять будем его бомбить. Давай быстрее. Так, турельку вызовем сюда на всякий случай. Ребят, не так уж и много здоровья там у него осталось. Пускай хоть захихикается. Так, слушай, слушай. А, мы можем, ребят... Нет, не можем пока. Давай, наверное, призовем вот этих вот ребят. Они у нас, по крайней мере, бомбят. Смотри, 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 что происходит. А, где мой Аякс? Аякс мой разнесли. Блин, засмотрелся, называется я, ребят. Засмотрелся и сам лопухнулся. Так, вперед. Вперед, 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 вперед. Атакуем мы его. Так, турель нам в помощь. Аякс готов к высадке. Давай, 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 родные мои. Осталось у него совсем немножечко здоровья. И мы подобьем его око. Блин, он начинает телепортироваться. Не успел. Ну и что он скажет на это? По-моему, ничего. Вон глаз валяется. Мы, кажется, прошли с вами. Ух ты, смотри, что это такое. Мы освободили, ребят, каких-то существ с вами. И они полетели, наверное, на свою родину. Судя по всему. Победа! Да, ребята, победушка. 600 гаек, 390 монет. И заставка, судя по всему. Да, ребята, мы покидаем эту планету, судя по всему, позднее на планете Тарг. Наши союзники в безопасности. Мы благодарим отважных железных десантников и их капитана. Эй, Рока, как думаешь, каким будет новое задание? Я на все готов, лишь бы подальше от этой скукотищи. Хоть на артурианском таракане жениться. И вот тебе артурианский таракан. Пришел. Ну что же, я так понимаю, мы прошли с вами еще одну карту и перемещаемся на третью. Очень-очень интересно. Тут что-нибудь откроется новенькое, да? Вы открыли новый мир, и мы открыли новые испытания. Ну, для начала я, ребят, конечно же, 670 у меня гаек, я могу что-то себе прапать. Давай-ка определимся, что нам нужно. Угу. Чтобы открыть вот это, нам нужно вот это выучить. Хорошо, выучим. Так, гибридные материалы увеличивают здоровье всех башен и заводов. Это хорошо, но стоит довольно дорого. Естественно, нам нужно будет копить. Так, дополнительных миссий здесь, к сожалению, нету. Так, давай прокачаем нашего Аякса. Так, а что же вот это вот у нас? Аякс превращается в парящий диск, который превращается и измельчает все на своем пути. А это у нас энергетический удар по земле, оглушающий вражеских врагов. Аякс крушить. Ну, вот оно как. Ну, давай, 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 прокачаем мы ему. Кстати, ребят, мы Аякса посмотрели, давайте хотя бы быстренько глянем. Или мы смотрели его с вами, Роя? По-моему, смотрели, так что давайте остановимся на Аяксе. Так, вы открыли новый мир. Это вот этот вот третий, но я хочу, ребят, посмотреть вот здесь вот. Добывающая колония подверглась нападению. И у нас открывается новая, ребята, миссия вот этого задания. Новый уровень. Так, новый старый враг. Не все фелы покинули Саган-1. Небольшая группа совершает постоянные налеты на наших колонистов. Они как будто бы эволюционировали и стали еще более агрессивными. Нам необходимо нейтрализовать эту угрозу для колонии. Найдите и разрушите главный завод фелов. Фу, будет, слушайте, наверное, жарко. Ну что же, нам не привыкать, поэтому давайте приступать к этому заданию. Наверное, я думаю, что оно будет очень интересное. Так, уничтожьте главный завод фелов.
Конечно же, мы будем уничтожать его, но для начала мы расстроимся хотя бы маленечко. Уже? Так быстро? Так, ну что же, нам надо куда-то, ребят, с вами выдвигаться. Слушай, со всех сторон нападают. Совсем хреново это все дело. Так, пойдем-ка мы, наверное, с Аяксиком прогуляемся маленечко. Маленечко по-быстренькому пройдемся. Шокинг! Так, давай, Аякс, начнем вот здесь с тобой. Ну, а тут, конечно же, нам нужно... Не хватает ресурсов. Угу, понятно. Так, Аякс, давай, уничтожай эту базу вражескую побыстрее мне. Потому что нам надо вот туда двигаться, куда показывает стрелочка. А ну-ка, ся. Пускай турелька здесь немножечко побомбит их. Так, давай сюда вот, к пчелиному рою или улью. Так, хорошо, хорошо, пока идем. Так, конечно бы вспомогаловка нам бы не помешала, но, ребята, рисковать не будем. Потому что базу нам тоже нужно защищать. База — это наше все. Если ее уничтожат, мы с вами проиграем. Аякс, Аякс уничтожен. К сожалению, его подбили. Но ничего, ребята, сейчас накопится энергия, и мы с вами возродимся. Главное, что здесь нету никакого времени, и это самое главное, я считаю. Потому что я не люблю, если честно, те миссии, где надо все делать за время. Так, я могу призвать. Призвать могу только человеческую расу. Хорошо, давай сделаем так. И Аякса будем уже призвать. Погнали. Погнали все, и пехотинцы, и все, кто у нас тут есть. Так, ну что, я думаю, что на этот раз мы с вами должны здесь покарать всех, наказать. Давай, Аякс, врубай свою крушиловку, мясорубку. Да, урон, конечно, у тебя вообще никчемный. Ничтожный, я бы так сказал. Да, как-то не особо хорошо задалось у нас все это дело. Давай-ка мы с тобой вот это вот захватим. Это нам нужно, ребята, это дополнительный человечек у нас появится. Так, мы еще можем с вами вызвать. Давай так сделаем, снайперов призовем. А тут-то что происходит? Эй! С какого вдруг перепуга? У нас тут ох, стоило, называется, убрать помощь. Да, как тут начинается расколбас полнейший. Поэтому этих ребят мы с вами возвращаем обратно сюда. Так, захватываем вот эту вот базу. А вы что, не можете стрелять, что ли, по воздушным целям, а? Нет, не... Или могут, все отлично. Так, захватим, надеюсь, мы этот с вами участочек. Так, я могу понять, что у меня с этим копится? Все должно быть хорошо. Давай вот так вот вызовем турель, наверное, сюда. Нам надо... Аякс, Аякс готов. Вылетает. И начинает. Начинает тут расколбас. То есть он все-таки воздушные цели тоже может атаковать. Ну что же, это хорошо. Для нас это очень хорошо, ребят. Так, а вы-то что стоите? Давайте атакуйте. Вот и радарчик улучшили мы с вами. По крайней мере, теперь у нас видимость намного лучше стала. И мы видим, где какие враги. Так. Ага. Давай быстренько захватим ресурсы. Ну и заодно эту муху подобьем. Шикарненько. Так, давай мы, наверное, сделаем сюда вот лазер, а сюда не хватает. Хе-хе. Поехали потихоньку. Аякс, Аякс, да, Аякс, все нормуль с тобой. Нам нужно уничтожить главный завод. Не забываем, это наша основная цель. Турель. Что ты делаешь? Ты не там поставил свой шок-вейв. Шоковая волна. Ух, хорошо. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, бомбим, 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 бомбим. Нет, Аякс, ребята, все-таки слабенький по здоровью, я вот сам прекрасно вижу. Он получает урон, соответственно, его быстро, быстро очень кромсают. Это, конечно, не очень хорошо. Так, а тут-то у нас что? Тут мы с вами сделаем вот так, и больше, к сожалению, кто-то бомбит. Кто-то, ребята, бомбит, мы его не видим, этого врага. Но я знаю, что он здесь есть. Он скрывается в темноте. Смотри, какими-то энергетическими сгустками он бомбит. Аякс, отойди оттуда, пожалуйста. Постой вот здесь вот. Вот тут вот, в безопасности. Так, надо глянуть, что у нас тут происходит. Тут отбиваемся. Тут пока все хорошо, все под контролем. Я еще могу... Так, у нас 3 юнита из 4. А почему... А, не хватает ресурсов, скорее всего. Да, скорее всего, ребят, не хватает ресурсов. Аякс, ну ёпрста, как у тебя долго откатывается скилл? Очень долго. Ну, попробуем бомбануть. Так, муха минус. Так, давай этого жарабаса с тобой заколбасим.
Так, и надо потихонечку... А, вот что нам нужно уничтожить. Вон он, ребята, главный завод Фэлов-то. В принципе, он уже тут рядом. Но мне почему-то кажется, что на этом не закончится все дело. Серьезно вам говорю. Что-то тут сейчас будет подозрительного. Либо будет слишком... Ага, вот он, успевает отстраиваться. Ладно, Аякс мой, ребята, взорвался, как вы можете видеть. Его подбили. Давай турель в помощь поставим нам. Ну, ой-ой-ой, громозеки. Давай-давай-давай, быстрее, Аякс, копись. Мне тут без тебя как-то сложновато, если честно. Шоквейв. О. Так, и сейчас, ребята, мы включим с вами мясорубку. Погнали. Будем рубить. Естественно, в наших интересах как можно быстрее забомбить базу. Слушай, а мы кого-нибудь можем сейчас... Вот, мы можем, ребят, с вами призвать, и я вызову разрушителя. Пускай разрушитель идет вот сюда. Как говорится, к нам в помощь. И надо посмотреть, что у нас на главной базе творится. На главной базе все пока хорошо. Все под контролем, щиты на месте. Давай. Эти ребята в ближнем бою, им нет равных. Они просто крошат. Что, уничтожили, что ли? Да? И да, ну слишком легкая, ребята, миссия на самом деле. Я думал, что будет как-то, ну, посложнее. Думал, сейчас мы уничтожим базу. Там кто-то выйдет, начнет психовать. Начнет против нас тут восставать. Ох ты, новый уровень. Еще одну дополнительную миссию мне дали. Но я хочу посмотреть. Так, 530 у нас с вами ресурсов. И давайте-ка мы что-нибудь с вами улучшим. Тут 800 нужно, то есть уже не хватает. Так, ну ладно, пока не будем здесь ничего тратить. Обойдемся, да? Тут у нас, ох ты, сколько монет, ребят. Естественно, я вот этих вот парней две штуки возьму. Они годные, прикольные юниты. И вот теперь сижу и думаю, или нам начать вот этот уровень проходить. Что это вообще такое, а? Так, ребята, у нас новая миссия «Цвет из иных миров». Инструктаж. Метаболизм, вызываемый у фелов при контакте с розовой слизью, очень частое явление на Сагане 1. Это делает их сильнее. Мы уверены, что они кормят ее этой розовой штукой. Нельзя допустить, чтобы она выросла, иначе колония обречена. Цель уровня. Найдите и уничтожьте эволюционировавшую куколку тирана. Хо-хоу, куколку тирана. Ну, давай посмотрим. Уничтожить эволюционированную. То есть, до этого что, была обычная, что ли? Вот первый босс, которого мы с вами забомбили. Найдите и уничтожьте эволюционированную куколку тирана. Понятно. Понятно мне цель миссии. Надо двигаться, короче, вот в этом, ребят, направлении. Надеюсь, мне дадут все-таки где-то получить хотя бы свою базу. Без нее-то мне тут вообще как-то кисло будет. Ну-ка, давай. Вот тут рубим всех. Просто шинкуем, как на винегрет, ребят. Так, звездная пехота, давайте иди сюда. Тут их много. Давай-ка мы поджарим их, не коконы вот эти вот. Так, Аяксик, давай-ка мы с тобой сделаем шок-вейв. Ты дичь. Ну и дальше бомби, соответственно, что ты стоишь-то? Не стой, не любуйся, просто сжарь их. Так, минус. Этих. Мы сейчас этих быстренько распинаем, потому что вот эти вот юниты очень хороши, еще раз повторю, в ближнем, ребят, бою. А вот, видимо, розовая слизь, да, которой они питаются. От этого становятся сильными. Хотя, мне кажется, они не сильными, ребят, становятся, они просто мутируются или что-то в этом роде. Хобана. Так, давай-ка огнеметчик будем... Оу, смотри, видишь, откуда, ребят, личинки, видите, выходят? Я же говорю, что не просто все так... Давай одного бомбардира сюда вызовем. Они нам очень здесь пригодятся. Бомбардиры очень классно бомбят. Они долго целятся, но если находят цель, то уничтожают практически ее сразу же. Так, я думаю, куда нам идти? Нам придется вниз идти, ребята, вот сюда. Да, именно сюда нам придется с вами идти. Так, давай, пехота, отходим. Турель поставим сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай отходим сюда вот. Слушай, тут какой-то вообще жестко тут. Или вот сюда нам надо было вниз идти. Я, честно говоря, даже не пойму, куда нам идти. Блин. Вот это попадос, вот это мы... Тут тупик, что ли? Нет, вот, ребят, что-то какой-то кокон есть. Давай проверим. Будешь уничтожать? Будет, ребята, он будет уничтожать его. Давай мясорубку врубаем.
И турель сюда поставим. Поставим турель, пускай бомбит. Шоквейв. Граната, это все понятно, граната. Они не дают нам, ребята, уничтожить, ты понял? В общем, вот вся цель мне теперь ясна. Нам нужно как можно быстрее вот это уничтожить. Вот он, по-моему, кокон-то и есть, Фела. Давай, 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 эти ребята у меня в ближнем бою хороши. Так, огнеметчик, огнеметчик, подходи сюда поближе. Граната, граната, давай, 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 давай. Где Аякс? Аякс еще не готов, ребята, призваться. Ну, я скажу вам, что я немножко разочарован в нем. Почему? Потому что он слишком слабый. Он слишком слабый, ребята, его очень быстро колбасят. Оу, а тут еще и сам Фел. Так, шоквейв мы сделали. Давай, 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 колбасим, колбасим, колбасим. Да куда ты, Аякс, пошел-то, парасете? Ты, давай сюда, иди, возвращайся. Мясорубку врубаем. И бомбим, 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 бомбим. Ну, есть. Все, кажется, мы с вами прошли. Какое прошли нам, да? Дальше надо идти. То есть, получается, что это яйцо не одно здесь. Их несколько, получается, должно быть. Ладно, надо искать. А искать? Ищем мы их сами. Хорош уже. Да что такое? Ты посмотри, сколько сзади шпаны всякой понабежало. Давай, 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 родные мои, жарим. Офигеть тут. Смотри, какая кавардака получается, ребят. О, я боюсь тут потерять. Потерять своих юнитов. Так, Аякс, давай сюда, помогай. По крайней мере, ты бессмертный. Ты, если умрешь, ты можешь возродиться. Так, смотрим, что у нас тут дальше, ребят. Сюда вниз спустимся и посмотрим. Тут какие-то у нас... Я не знаю даже, что это такое. Какие-то инкубаторы, можно их так назвать, наверное. Так, продвигаемся сюда. Аякс, давай сюда быстренько. Быстренько подходи, подруливай сюда. Так, тут слишком много их. Так, врубаем. Ага, вон, ребята, еще одно яйцо. Мы его нашли. Наверное, тут будет их штуки три, не меньше. Потому что, ну, две, это нелогично как-то, да? Так, огнеметчик, иди сюда. И сейчас, наверное, как всегда, со всех сторон. О, ну, в принципе, все ожидаемо и предсказуемо. Давай, будем отбиваться от этих гадов. Так, шоквейв. Шоковая волна, точнее. Так, и будем, ребята, вот сюда уже передвигаться. Нам нужно... Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ладно. Давай подсобим сюда. Они горят довольно хорошо, кстати, горят. Вот он, ребята, вот он фейл. Одну партию надо сюда нам призвать. Смотри, в кого он стреляет, а? Знает, в кого бомбить. Да-да-да, в гренадира, потому что это все-таки юнит очень хорош. Поэтому будем вот так вот юлить, бегать, чтобы он по нам не попадал. Но он попадает. Минус, минус второй фейл. Где может быть третий? Вот неужели нам надо будет сюда вот ниже идти, потом вот тут обходить? Да, скорее всего, только такой вариант. Будем проверять все варианты, все возможные. Так, идите сюда. Гренадир, тоже иди сюда. И мои чувачки тоже сюда. Чувачки, кстати, очень похожи из Старкрафта героев, да? Так, Аякс, давай, ты будешь первым. Ты у нас первопроходец, так скажем. Вот они, видите, из розовой слизи появляются. То есть их не... Так, погоди-ка, десанты, вы что? Давай, давай, пошли, пошли, пошли. Вот сюда вот идем. Погнали, дабл тайм. Двойное время, причем здесь интересно. Так, Аяксик продвигается, огнеметчик сюда. Всех сюда, естественно, ребят. Так, ну, значит, мы, скорее всего, правильно с вами идем. Они там начинают. Ах, как им не нравится. Гранат. Давай, гранат, иди сюда. Так, звездный десант. Бомбардир. Так, ну, давай, давай, давай. Молодцы, ребята. Куда? Вот я не знаю. Вниз? Ну, давай проверим, что у нас тут внизу. Мне кажется, тут тупик. Мне кажется, тут тупиковое место. Да? Или все-таки есть какой-то проходик? Ну, есть проходик, да. Давайте так вот турелечку сюда выставим. Как разведчик он будет у нас. Слушай, тихо. Все довольно тихо, это хорошо. Продвигаемся туда-сюда. Да нет, вы сюда идите.
Ох, ёк-кламане. Ребята, вот этот вот водоем мне не нравится. Скорее всего, сейчас со всех сторон попрут. И это будет жесткий босс. Погнали. Давай тоже подходить сюда. Так, мы никого не... Так, эти ребята, я думаю, должны здесь... Да куда ж ты? Давай, бомби, бомби их. На помощь турель поставим. Слушай, сейчас этот фэл вылупится и будет очень жестко. Так, 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 так. Не отвлекаемся. Ёлки ты, палки, ты посмотри, что происходит. Фэлы вылупились. Слушай, а получится ли у нас здесь, ребят, с вами, а? Выиграть-то? Сложно довольно-таки. Этих ребят, конечно, не хотелось бы терять. Отходи, отходи, он один остался. Если он успеет выжить, он возродится, ребята. Возродится второй. И посмотри, что происходит. Ёлки-палки. Я надеюсь, нам не надо будет с самим фейлом здесь драться еще, а? Вот он второй возродился, ребята. Вся армия в сборе. Давай, рубашим, рубашим, рубашим их тут. Но если тут сейчас еще гигантский фейл выйдет, ой, я боюсь, мы проиграем, потому что он, ну, на самом деле, жесткий. А сзади, ты посмотри, что сзади происходит. Мы уничтожили, ребята, уничтожили с вами, отлично. Оно не успело мутировать, поэтому босса как такового и не было. Четко. Мы прошли дополнительное вот это вот задание. Я не знаю, будет ли там продолжение сюжетки, сейчас посмотрим с вами. Все, ребята, здесь мы с вами полностью и окончательно все прошли. То есть первая карта, ребята, у нас пройдена и зачищена. Ну что же, у нас с вами 1000 ресурсов, и мы с вами открываем. Да. Ну и вот два последних, да? Что нам остается изучить, а потом только лишь поднимать по рангу. Замечательно, здесь-то у нас что? 550 монет, конечно же, я беру бомбардиров вот этих вот двух. Окей. И смотрим, ребята, смотрим на наш новый мир. На третий. А здесь, кстати, не открылось ничего, давайте посмотрим. Может быть, какие-нибудь дополнительные уровни. Да, здесь есть новый уровень, ребята. Так, мы еще можем прокачать Аякса. Ёпрсте. Все замечательно, но давайте мы с вами сыграем вот за этого чучка. За Роя. Так, смотри, чувак стоит. Эй! Что-то вылез, поорал. И его забрали. Но я хочу глянуть все-таки на третью карту. Вот здесь. Она открывается. Ох ты! Бореалис называется эта планета. Покрытая льдом планета, вращающаяся вокруг умирающего солнца и ставшая первым полем битвы в межгалактической войне. Вот так вот даже. Бореалис. Давайте взглянем на наше соглашение. Гар получит технологию Земли. Взамен вы можете собирать зеленые камни, которые мы используем как приправу. По рукам? Этерий очень важен для Федерации. Оглянись! Привет! Беги! Слушай, это какие-то новые чувачки, новая раса. Так, Этерий, значит, да? Ну что же, и у нас начинается эпопея вот отсюда. Поехали, ребятули. Сквозь лед неожиданная угроза прервала нашу научную миссию на Бореалисе. На главную деревню миролюбивых Ягар напали. Сочащаяся энергия создания в технологических костюмах сметает все на своем пути. Всем нашим союзникам грозит опасность. Цель уровня. Защищайте наших союзников, пока они не доберутся до убежища. Так, опа, ты понял? Вот он что делает. Ух! Так, мы на подходе, да? Мы на подходе с вами. А вот, ребята, и мой Рой. Так, что нам здесь делать? Защитите 40 жнецов Гар, пока они не доберутся до убежища. Это вот эти вот? Ага, понял. Все, я понял. Их нужно защитить. Будем защищать. Так, где мой Рой? Рой, давай, пошли. Хотя... Так, ага. Тут вот еще можно расстроиться маленечко. Ну-ка давай, Рой, вперед, вперед, вперед. Будем, короче, вот здесь, ребят, стоять и защищать. Да кто же их там бомбит-то все? Не могу, я не могу, я не вижу, ребят. Кто их там бомбит? Ага, вот они, эти пришельцы. Хорошо. Вы идете по домам-то? Идут вроде бы.
Вот так вот сделаем защиту и радары улучшим. Хе, снеговик такой. Так, что это у нас такое для начала? Так, новый враг, ионный солдат. Рад — это существа из плазмы, которым для того, чтобы выжить на нашей галактике, приходится носить специальный костюм. Ионные солдаты заряжены электричеством и бьют током своих врагов. Надеюсь, у тебя прорезиненная подошва, десантник. Создает энергетические щиты, исцеляет других рад при смерти. Ого, вот так вот. Это что у нас такое? Взрывные споры. Нажмите, чтобы прицелиться. Этот инопланетный лишайник производит сверхэнергетические споры, которые взрываются, если в них выстрелить. Мощный взрыв сметает все на своем пути. Понял. Так, особый союзник. Зал воинов Гар. Воинов Гар можно обучить патрулировать участок вокруг зала воинов. И если их убьют, то они возродятся спустя несколько секунд. Хотя для Гар нет особого прока от Этерия, они все равно не прочь получить немного Этерват, иначе они могут отказаться сражаться. Странно все это. Так, задание союзников. Павшие воины Гар возрождаются. Понятно. И последнее, что у нас тут. Особый союзник, метатель льда. Ягар. Ягар разработали удивительные ледяные карабины, которые помогают им отгонять опасных зверей, собирая при этом споры. Теперь они используют их для того, чтобы защитить свой народ от полного уничтожения. Так, оглушающая атака патрулирует вокруг зала воинов, и можно нанять в зале воинов Гар. Это, конечно, все хорошо, но где же я могу их нанять? Так, погоди, куда они идут все? Куда-то идут, непонятно куда, непонятно зачем. Хм. Не понял я, ребят, вот серьезно вам говорю, где их можно нанять. Эти идут потихоньку, мы с вами спасли 7 из 40. Да кто ж там по ним опять бомбит-то, что же они там... Ага, понял, вот они бьются током. Мне, наверное, вот этих вот лучше все-таки переделать в защитников. Нам лучше защиту здесь иметь. Так. Ой-ой-ой-ой, как ужасно. Сколько их тут много. Сколько их, ребят, здесь много. Хорошо, что у нас есть дополнительная защита. Так, 10 из 40 гарцев спасено. Защитите остальных. Да я вот пытаюсь. Я пытаюсь, ребят, защитить, конечно же, их. Так, они идут... Ах, вот оно что. Все, ребят, я понял. То есть я... А, я его взять не могу. Он просто здесь стоит и сам по себе патрулирует. Хорошо. Значит, вот в каждом домике мы можем по одному патрульному вызвать. А где вот вызывать самих солдатиков вот этих вот? Ледяных защитников и так далее, я пока не понял. Ладно, хорошо. Так, подожди, 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 подожди. Не надо, это я нечаянно нажал. Где остальные? Где? Я не вижу, чтобы они шли. Куда вы делись? Так, ты куда ушел-то? Может быть, нам нужно дальше сюда, выше подниматься? Может, они якобы не доходят у нас? Точно, скорее всего, так оно и есть. Вон, они бомбят их. Они их бомбят просто. Не дают им пройти к своим домикам. Давай, Рой, зажарим их тут всех. А вы идите себе спокойно, не волнуйтесь. Мы вас прикроем. Оу, заваруха какая, отличная просто заваруха. Так. Так, где еще они могут быть у нас? Где, откуда они могут появиться? Тут их, по-моему, бесконечно. Смотрите, мы бомбим, бомбим, они все равно почему-то появляются и появляются. Ну. Давай, давай, уничтожаем, уничтожаем их. Так, минус, минусанули. Скорее всего, здесь не будет. У нас как... А, 17 из 40. Вон они. Они уже появляются вот здесь вот. Срочно сюда перемещаемся. Так, турель поставим. Ёлки-палки, они уже, прикинь, возле... Возле домиков. Прям уже в сам... В саму деревушку пробрались. Вот так вот. Совсем потеряли страх, я смотрю, эти ребятушки. О, и домики уничтожают. Вот оно что. Они уничтожают домики. Так, давайте, ребята, идите, идите. Во свояси. Так, блин, там они бомбят все равно, а, гаденыши. Турель, давай, иди сюда. Стражники, подходим. Нормуль. Так, 19 из 40. Ровно половину мы практически с вами спасли.
Это только начало. Рой, давай сюда приземляйся. Устроим тут. Так, здесь мы защитили. Здесь, я так понимаю, больше никого не будет. Вон, еще идет партия, ребят. Прикрываем их. Стопудово сейчас за ними пойдет охота. Уже бомбят. Так, 20 из 40 спасены. Ага, и тут, и там идут. То есть, нам придется, скорее всего, разделяться. Наверное, да? Или нет? Но пока спокойно, пока все тихо. Сейчас, ребятушки, мы здесь с вами разберемся. Эти там хоть идут. Тут никакой заварухи нет нигде. Все четенько, все четенько. Так, мои гренадирцы здесь стоят. Ну, где следующая партия пойдет? Откуда? 26 из 40 спасено. Что это за фигня такая, а, ребят? Что это за медузка такая? Непонятная для меня. Так, это кто там у нас? Вон они. Вон они где появились. Новый враг какой-то. Огненный страж. Наполненные смертоносными огненными частицами стражи отлично подходят для атак с большого расстояния при вторжении армии Рад. Шквальный минометный огонь с пылающей плазмой заставляет противника отступать. Большой радиус атаки. Атакует сквозь преграды и загорается при смерти. Офигеть! Не хватало мне вот такого счастья еще. Да чтоб тебя, а? Ты посмотри, мы туда уйдем, а не оттуда. Так, давай, пошли сюда. Давай-ка, Рой. Нет, не Рой, вот эти вот ребята помогут. А Рой будет вот здесь вот, чтоб прикрыть. Да, Рой, куда ты пошел? Вот здесь стой, на прикрытии. Вот так вот. Ох, как нас тут жестко-то. Ох. Да ладно, что, серьезно, что ли? Вот так вот легко и просто вы нас разберете? Походу дела, да, вот так вот легко и просто они нас здесь разберут. Так, гренадир, давай сюда, без твоей поддержки нам никак. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, отходим, отходим, отходим. Пипец! Ты посмотри, возродился, иди сюда. Иди, отходи, 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 отходи. Да ну тут какой-то жесткач просто творится. Рой, давай вперед, блин. Мы, по ходу дела, здесь с тобой, ну, никак не сможем справиться. Вон, Рой забежал. Сейчас начнет тут. Он начнет, его сейчас заколбает. Двоих, всего лишь, ребят, двоих осталось нам спасти, и все. И уровень пройден. Вот попробуй только, вон они вдвоем. Вон они вдвоем бегут. Да вы хоть бегите в домики-то в свои, что же вы... Есть, по-моему, спасли. Не понял, а это еще зачем мне? Это зачем мне? А, фу. Я думал, сейчас будем еще отбиваться. Водоворот егерей. 500 экспо мы получили. Ну что же, отличный был уровень. Но я вам скажу, сложные, конечно, здесь враги у нас появляются. Нам нужно как можно лучше прокачаться, если мы хотим с вами дальше что-то проходить. Так, Рой, давай мы с тобой прокачаемся маленечко. И посмотрим, что у нас здесь. 760 ресурсов. 760 ресурсиков. Что вот это такое? Способности союзных башен открывает второй уровень, который можно приобрести. Второй уровень. Фу. Ладно. Так, у нас здесь, ребята, достижения. Соберем тоже ресурсы с вами. Ага, 500 ресурсов. И давай посмотрим, сколько. 400 монет. Соответственно, я возьму, ребят, знаете, что? Вот эту вот штуку. Из-под земли, которая вылазит. Электрический шок-вейв. Ну что, дорогие мои друзья, на этой ноте мы с вами закругляемся. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в Железный Десант. Так что всем пока, всем удачи и до новых видосиков.